32 двора отремонтируют в этом году в Чебоксарах по муниципальной программе развития транспортной системы. О ее реализации говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. Возглавляет список Калининский район. Ремонта ждут 13 дворовых территорий. По всем объектам подрядчики определены. Из бюджета города выделено 25 миллионов рублей. На эти средства обновят тротуары, дороги, сделают парковки. На сегодняшний день по трем адресам это проспект 9-й пятилетки, дом 2, проспект 9-й пятилетки, дом 2, корпус 3 и проспект 9-й пятилетки, дом 4 полностью завершены работы по демонтажу бордюров, по фрезерованию территории, предполагаемой к ремонту. После проведения аукционов удалось сэкономить 4 миллиона рублей. Районные администрации сформировали дополнительный список из 9 дворов. Техническая документация готова, подрядчик определят в начале мая. Сроки завершения работ по всем адресам – 1 августа. Будем осуществлять выезды, также контролировать. Ну и приемка работ, как мы уже утвердили для себя, только с участием председателей домовых комитетов общественности. Без их подписей работы у подрядчика не принимаются. Глава столичной администрации отметил, всего в городе нужно отремонтировать около 200 дворов, так что необходимо готовить заявки на будущее. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика.